Девятая глава книги пророка Амоса начинается с самых страшных слов во всей этой книге. Такое ощущение, что да, уже израильтяне Бога прогневали, что называется, достали так, что дальше некуда. «Видел я Господа, стоящего над алтарем, и он сказал...» Амос так, между прочим, заявляет, что видел Господа, стоящего над алтарем, то, чего, в общем-то, в Ветхом Завете практически никто не видел, разве что Моисей беседовал с Богом, как бы кто говорил с другом своим. Ну и отдельная история, там Илья просил, чтобы Господь ему себя явил, да и то это не было лицом к лицу совсем. А тут Амос видит Бога, стоящего над алтарем. О чем это? Вряд ли о том, что это некое особое такое богоявление, когда он... видит Бога, созерцает его мистически, как-то таинственно. Может быть, это просто вот некая метафора, он видит скорее действие Бога, он видит скорее то, что Господь совершает, слышит некое слово. А над каким алтарем? Алтарь, где приносятся жертвы, это где? В Иерусалиме, в центре, где, собственно, стоит храм, где должны приноситься жертвы? Вряд ли. Потому что в прошлой главе мы закончили на этом, когда... клянутся грехом Самарии, говоря, жив Бог твой Дан, жив Беершеву путь, отправляются в паломничество в эти самые святилища в Дании и в Беершеве, две крайних точки на карте земли Израиля, Ханаана, и, конечно, в этих крайних точках стоят святилища, которые призваны, ну, что ли, осветить всю территорию царства. Вот здесь у нас святилище, вот здесь у нас святилище. Вместо того, чтобы собираться в центре, мы все это пространство покроем точками такими святилища, и главные будут на границах. И вот, вероятно, над одним из этих алтарей стоит Господь и говорит: «Ударь в навершие колонн, чтобы содрогнулась крыша, чтобы обрушилась им на головы. А кто выживет, всех поражу мечом, и кто из них побежит, не убежит. Кто будет спасаться, не спасется, если даже скроется в Шеоле, оттуда их достану». Бог понимается как Бог небесный, естественно, в Ветхом Завете прежде всего. И от него можно пытаться за море уплыть, как пророк Иона будет потом делать. Можно попытаться куда-то спрятаться, в частности, в Шеол, в мир мертвых, потому что он на небе, но еще на землю он как-то смотрит, а в мире мертвых, вероятно, его нет. Это еще до Нового Завета, до сошествия Христа в ад. Но это интересно, что здесь и такое пророчество: скроется в Шеоле, и оттуда их достану. Если поднимутся на небо, оттуда спущу. Если взберутся на вершину Кармеля, это одна из главных гор в Северном Царстве, разыщу и возьму. Скроются с глаз моих на дне моря, прикажу змею морскому кусать их. В плен пойдут впереди своих врагов, прикажу мечу их убивать». То есть нет такого места, куда можно от него спрятаться. «Не спущу с них глаз на беду, а не во благо». Естественное желание верующего, даже, может быть, так, несколько неправильно верующего, чтобы Бог всегда его наблюдал. Но вот это наблюдение будет ему не на благо. «Владыка, Господь воинств, коснется земли. Потечет она, зарыдают все живущие на ней». То есть земля, как вода. «Поднимется она тогда, как Нил, и опустится, как Нил в Египте». Был уже в прошлой главе. Нил – река, которая разливается, и уровень поднимается весной, в начале лета, и падает потом, в зависимости от таяния снегов или, наоборот, сухого сезона. И вот это необычно, что река так меняет свой уровень, и вот земля станет как река. А кроме того, Египет – языческая страна. И вот земля Израиля станет как языческая вода. «Он устроил на небесах свои чертоги, свод свой утвердил над землей». Небо понимается как свод, как некий купол. И чертоги Бога, его дворец, тогда людям мало знали о современной космологии, представляли себе это примерно так. «Он призывает воды морские и проливает их на землю, Господь, имя ему». Вновь эта тема величия Бога, который суверенный правитель этого мира. И дальше «сыны Израилева». «Не то же ли вы для меня, что и сыны Куша?» – пророчество Господа. «Израильтян я вывел из земли египетской, а филистимлян из Кафтора и сирийцев из Кира». То есть, да ничего особенного, вы гордитесь исходом. И, конечно, в Ветхом Завете исход – это главное событие в жизни древнего Израиля. Народ, собственно, и возник в момент исхода. До этого это толпа рабов в Египте, когда они вышли из Египта, освободились, получили закон, они стали народом Израиля. «Я вывел вас, – говорит Господь. Но филистимлян, ваших злых врагов, я вывел тоже
с Кавтора. Кавтор, возможно, это Кипр, возможно, еще какое-то место в восточном Средиземноморье. Филистимляне действительно пришли в эту землю, они не сразу там были. И сирийцы откуда-то пришли, все откуда-то пришли. Я всех откуда-то вывел. Вы для меня, в принципе, то же самое, что и они. Вы можете вести себя по-другому, вы можете другим быть народом по сути своей, но так Господь взирает на грешнее царство и сотрет он его с лица земли. А какое царство, филистимское, сирийское, израильское, такая ли большая для Бога разница? Но дом Иакова полностью не уничтожит, говорит Господь. Вот это вечная тема у пророков, что сохраняется остаток, что его народ, дом Иакова, потомки Иакова со вторым именем Израиль, все же сохраняют нечто. Но это не обязательно значит, что сохраняется их царство, их политика, религия, культура, а сохраняется вот какой-то важный остаток. Дальше очень красивый образ провеивания зерна. Когда зерно в древности провеивали, просыпали обычно через два сита, решета, с крупными ячейками, чтобы зерно просыпалось ниже, а крупные камешки остались. Потом с мелкими ячейками, чтобы, наоборот, мелкие камешки просыпались ниже, а зерно осталось вот на этом нижнем решете. И зерно, естественно, ценная вещь, а камешки, которые случайно попали, никому не нужны. Так вот, я повелю встряхнуть народ Израиля среди народов, как встряхивают зерна в решете, но ни крупинка не падет на землю. Только что всех убью, поражу мечом, никуда не спрячетесь, но ни крупинка не упадет. То есть вот в этом всем бедствии есть некая крупинка, зерно дома Израиля, которое не упадет, которое останется, сохранится. Вот ради него все это будет. «От меча погибнут все грешники в моем народе», это уже было. Кто говорит, не приблизится земля, нас не коснется. И вот когда это произойдет, когда это зерно очистится, в тот день я восстановлю рухнувший шатер Давида, починю и укреплю его стены, восстановлю его, как в дни древние. Давид, естественно, не просто главный царь Израиля, основатель династии, но царь, который угоден Богу, который установил с ним настоящие отношения, которые, в общем, станут образцом для всех последующих царей. Но и не только в этом дело. Давид для христиан, прежде всего, предтеча Мессии, тот, кто, собственно говоря, был его предком Христа по плоти, и тот, кто в своих отношениях с Богом в чем-то предвосхитил. Вот это мессианское достоинство Иисуса, который был царем и пророком, и одновременно очень живым настоящим человеком. Вот эта история Давида. Но он только не был безгрешен, далеко не был. И вот скиния Давида – это восстановление, прежде всего, тех самых отношений правителя и всего народа с Богом, чтобы они овладели остатками и дома, и всеми народами, над которыми наречется мое имя, пророчество Господа, который и совершит это. Конечно, тут много об окрестных народах, с этого начинается книга, и они там будут тоже наказаны. И наверняка израильтяне, как, в общем, всегда разные народы хотели завоевать соседей, по крайней мере, доказать им, что они лучше, сильнее. И вот здесь они завоюют их, но не политически, не ради царства, не ради доказательства своей крутизны, своего величия, а ради того, чтобы имя Господне было над ними наречено. Вот роль и миссия Израиля. Да, в Ветхом Завете, который перетекает в Новый Завет. Израиль – народ, который завоевывает весь мир, но не в свое государство, не в свою какую-то сферу влияния, политическую, там еще какую, а завоевывает ее для Слова Божьего, для имени, который, собственно, служит проводником этого имени, этого слова среди всего остального народа. Если он не служит, ну тогда у него большие проблемы. И завершается книга очень светлым пророчеством об этом мессианском времени, о времени, когда все устроится необыкновенно хорошим образом. И Амос за 700 с лишним лет до Христа говорит об этом как о очень близком будущем. Он видит его как очень близкое будущее, потому что это уже приходит. Вот с момента возникновения Израиля как народа это будущее начинает приходить. Вот уже наступают дни пророчества Господа, когда не кончится пахота, а уже начнется жатва, не кончится сбор винограда, а уже начинается сев, засочатся горы молодым вином и потекут холмы. Опять земля как вода, но здесь это уже не Нил с его непредсказуемыми разливами, а земля как вино, которое течет, прекрасное молодое вино, вот пей его, не хочу. И вот состояние пахоты и жатвы одновременно, сбора винограда и сева –
То есть, ну, круглогодичное изобилие процветания. И, в общем-то, это то, что мы сегодня, наверное, понимаем как проповедь веры в единого Бога. Когда и жатва, и сев одновременно, и сеются семена этой проповеди, и всходят тут же плоды предыдущей проповеди, это все не прекращается. «Я восстановлю благоденствие народа моего Израиля, отстроят заброшенные города и будут в них жить, насадят виноградники и будут пить вино, разобьют сады и вкусят их плодов, укореню их в собственной стране, и уже не будут они вырваны из земли, которую я дал им, говорит Господь твой Бог». Ну, современные жители государства Израиль относят это пророчество к своей стране и к тому, как они в ней живут. Христиане, может быть, смогут его отнести к, скорее к тому, как народ Израиля и церковь себя называют Новым Израилем, укоренена в той земле, неважно где географически, но вот в той земле Божьей, в которую она введена. Всегда такие тексты понимаются по-разному. Но вот это представление о Божьем народе, который все время куда-то проваливается в несправедливость и жестокость, в почитание ложных богов или в почитание даже истинного Бога, но по тому образу, который они хотят сами себе изобрести, и который сквозь бедствия и испытания, пройдя, должен вернуться к своей подлинной сути, стать тем, чем он должен быть, чем задумал его Господь. Это основная тема книги пророка Амоса, основная тема, конечно, многих других пророческих книг, которые мы с вами тоже обязательно прочитаем.